Что может быть лучше Парижа? Только настоящий пляж в центре Парижа. Решили городские власти и вновь порадовали жителей столицы этим развлечением. Пляж на берегах Сены создают уже не первый год, но французы и туристы всякий раз радуются его появлению. Здесь все по-настоящему. Тонны песка, лежаки, зонты и даже пальмы. Длина этой инсталляции почти 3 километра. И все эти красоты прямо в центре города. Для детей это особенное удовольствие. Это новое место. Здесь есть песок и сено. Прекрасный антураж Парижа. Это очень милый район, и сюда приятно приходить. Погода хорошая, не слишком жарко, так что мы часто здесь бываем. Дети возятся в песке, взрослые валяются на солнышке с книгами. Типичный день на пляже, вот только не искупаться. Но, несмотря на это, туристы в полном восторге. Париж хорош настолько, говорят они, что даже пляж без моря здесь прекрасен. Никогда ничего подобного не видела. В Австралии обустраивают лагуны на побережье, где природные пляжи плохие. Но это что-то потрясающее. И да, я обожаю Париж. Сюда же переехала инсталляция из 125 железных стульев «Бистро», которую в прошлом месяце возвели в честь 125-летнего юбилея Эйфелевой башни и самой модели садовой мебели. Пляж будет открыт на протяжении месяца до 18 августа.